Всем привет. Что-то, блянь, все так завалили елками всякими фигней. Как мне в грузовик садиться? Никак теперь? Все, никак. Отмечай нам здесь. Я еще сугробов еще накидали здесь. Блин, так красиво теперь тут. Тут можно снежками кидаться. Берешь такой снежки и... Пиу! Смотри, тут еще игры всякие вон есть. Типа. Только вот я вот эту... А? Только в них поиграть нельзя. Почему можно? Вот в эти вот, которые около елки. Где? Что играть? Вот, кольца. Вот, да ладно. В них можно играть. Я почти попала! Ну все, короче, призраков не идем ловить, играем тут. Почему она без шапки? Вот хер туда попадешь. Я почти попал. Я один раз только получилось у меня попасть. Так какого? А чё? Кто у меня кольцо забрал? Лёх, ты что пиздишь у меня сзади? Нет. Почти попала. Музыку включил. Музыка тут играла. А, смотри. Опа, видал? У меня вот, смотри, на краешке. У меня тоже так на краешке было. Отойди, я сейчас еще раз попаду. На. Да ты набрал, потому что тебе куча целого колец сидишь там. Да. О! Нет, ничего не было. Ты чё? Украл у меня, я попала! А как вот это, что это вот за штучка такая? Типа... А, смотри, видал? Я попала в дырку! Синий. А я попал на палочку. А чё я синий-то беру? Мне красный надо. Я красными играю. Это типа в дырку надо попадать? Как это... Как это... Как в это играть? Ну как взрослые играют. Все, мы все игры покидания. Мы не идем играть, ловить призраков. Тут интереснее. Ну, блин, почти. О, попал. О, попал. А надписи, кстати... Наиграть-то будем, нет? Ну да, да, пошлите. А надписи так и остались. Ну, пошлите к дедушке с бабушкой на ферму съездить. Так, свеча... Ёпты! А-а-а, нет, где он? Свеча, чего? Что у тебя? Посвети мне тут, пожалуйста. Ты опять что-то выронил. На землю, во. Ты до дома можешь... Это не тот фонарь, блин. Ты можешь до дома, да, нормально дойти. Так, соль, распятие и свеча. О, о, легкие задания. А мы что, на легком этом самом? Нет, я сложный поставил. Я кость нашел. О, есть фотик? Нету фотик. А где? Возле выключателя на входе, перед комнатой с выключателем. Ну, в смысле, с этим, с автоматом, ты понял. Калашникова. Короче, ноль эмоций. Здесь ничего пусто. Ничего это нету. Свет включаю, все равно темно. Потому что туман, ничего не видно. Туман, да, на улице. Ничего нового нету. По датчикам... МП нигде нету. Датчиком звука это самое поставила, а он нигде ни на что не реагирует. Да ёб твою мать. Сейчас, я сейчас включу. Вызовите уже электрика, поменять автомат. Всё, есть. Ты думаешь, дело в этом? В автоматах? Может, там не электрика, а экзорциста надо вызывать? Погоди, а мы кто тогда? Мы туристы. Мы электрики. Мы городоны. Ну типа. О, я нашел минус 3. Минус 7. Где? На втором этаже. Ого. Ой, не было. Комната, которая на втором этаже, направо. Где дальше там идешь и выключатель. Кажется, тут минус много. Минус много? Вот здесь, да? Да. Вот здесь? Вот, да, вот в этой комнате. Минус много. Так, фотик скину здесь тоже сразу. Профессионально. Отпечаток. Бля, фотки, да, нет, там валяется фотик, там валяется, блядь, фотик. Лёх, возьми, там валяется фотик. Нашёл. О, а чё такое красное, вот смотри. Upstairs bedroom, видишь красное? Чё это такое? Что это значит? Ну. Типа там звуки какие-то? Спальня наверху, это как раз для Лёши там сейчас топчется. Получился снипок отпечатков, да? Да, ну их не видно, но да. Тык-тык.
Надо блокнот взять сейчас. Я возьму. А там лежит уже в доме, сейчас надо не забудь его перенести. Я тоже взял. Кого? Блокнот. В смысле ты взял? Там их два всего было. Дай нам знак. Дай нам знак. Ты здесь? Ты здесь? Дай нам знак. Дай нам знак. Охота. Дай нам знак. Уходите. Охота. Да. Прям передо мной закрыли. Он за меня где-то. Опа, кто-то умер. Влада? Да! Да, вот он. Она прям на меня вышла. Я ей навстречу. Копчится водой. Блин. Ну как так? Здесь кто-то есть? Ты здесь? Охота, Лёх, блядь, встанет. Чё? Чё так часто? Она где-то рядом, Коль. О, да-да-да-да, иди обратно, иди обратно, иди обратно! Она идет за тобой. Пусть идет. Сейчас тебя как жбахнет. Жбахнуло? Да. Да, от них убегать нереально, походу. Чё, у нас там рассудка, что ли, нету? Пойду, гляну. Сейчас я посмотрю. Ебай, чё, выскочить успел? А, не, он там что-то, видимо, проорал. А чё, опять атака, что ли, или чё? Я заморгал, фонарь, на секунду. Mm. Да, у меня ноль. Нихера себе. Это Юрей. Я не знаю. Юрей. Блин, чё как тяжело. Ебать, тут камера теперь. Чё там? Чё-то не разглядеть-то ещё можно. А чё там не так с камерой? Да там помехи. Ну это сейчас поди из-за тумана, типа. А, ну кстати, скорее всего. Прям дичь. Давайте на среднем, потому что... Ой, у меня вообще просто белый экран, ничего не вижу. А мы ничего не сделали. Угу. Может, поедем? Ну чё, я там наглотался таблетку. Пойду. Ты бы еще выпил, там... наверное. Записи, может, их чё? А вы блокнот успели там положить? Да, я положил. А, ну ладно. О, Лёша. Привет. Блокнот пустой. На соли тоже не походило. Какая воля? На соли. А где блокнот? Ну типа. Может поедем? Может ну его. Может быть, сейчас нет. А лазеры мы так, как призраки. По-моему, есть призрачный огонек, но правда тут такие помехи, что мне кажется, это у меня в глазах уже вербит. А у нас есть хоть что-нибудь? А, минусовая температура. Да. Да. Да, это... еще отпечатки, Леша же говорил. Вот. Точно. Леша вообще не слышно. Где это... он хант? Он... Да как мы не отметим. Не слышно, если Алеша сказал, возьми фонарик и сфоткай. Или что значит, Леша? Вот я Леша сфоткал на 2 звезды. О, у нас может... А там, кстати, его новый призрак добавили. Так, демон хант, джин и мимик. Что это может быть? Мимик. Мимик. Чё мимик? Потому что новый? Да. Запись в блокноте. Огонек. МП. И радиоприемник, который промолчал и ничего не сказал несколько раз для всех. Изворотливый, слушай, Они... загадочный призрак. Подражатель. Они... Как... Чё? А Они раньше же был просто Они, а теперь Онни. О, нифига себе. Онни-сан. Братишка. Это чтобы не говорили, что это они, наверное. Короче, я думаю, что это Ханту, потому что мне показалось, что я видел призрачный огонек, но, возможно, я не прав. Мимик. А кстати. Слабость. Было неоднократно замечено, что рядом с мимиками появляются призрачные огни. Особенность. Мы не знаем, на что еще способен этот призрак. Будьте осторожны. И еще, что мимик может имитировать даже другие виды призраков. Круто, они добавили, молодцы, типа. Ну, я думаю, что это мимик. Наверное, я тоже поставлю, что это мимик. Так, это что должен быть у нас переемник? Я начала разговаривать по радио, и он начал атаку.
А Юрея не было? Не было. Не, Юрея нет. Пока. Мы остались вместе с призраком. Блин, я опять просрала все, что купил. У меня и так бабок нет. Джин. Это, блядь, джин. Обидно. МП. Рассудок 25. Датчик движения. Ну... О, тунь была на пианине. Да, это ты... я. Чё ты путаешь? Музицирую, у меня рефлекс. Рефлексирую. У меня музец. Музец? Ну, типа. Блин, я хочу теперь найти... Интервью с Гарбуном. Пересмотрите его еще раз. Я хочу найти куклу Вуду или шкатулку, или... Пентуху! Или да. Во имя сатаны. Дрын-дрын-дрын-дрын-дрын. Окей. Старческий прикол. Думаю, что смешной, но нет. Блин, а чё все шкафы завалены? Кость! Кость в толчке на втором этаже в дальнем. Да нет фотики? Неа. Иду. У меня есть только фиолетовый фонарь. О, он, доска Луиджи, ну. О, где? Вот стоит. Где? Да вот же, блядь, внизу. Где? Нету. Это шкаф такой, да, с буковками, как будто доска Луиджи. Просто боком. Ёбана. Тебе пора таблеток выпить. А в смысле похоже, если? Чё я сделаю? Ну хорошо. Ну правда похоже. О, табличка Луиджи, а нет, это фанк. Ты чё? Ты прикалываешься или чё? Ой. Это да. Доска Луиджи. А доска Марио где? В Италии. Блин, чё никаких, ни шкатулок, ничего. Тут зеркало есть. И с ним можно говорить. О, да-да-да, где? А что делать-то? С зеркалом говорить? Как, где? Да, где ты? А где в гараже лежит. Ух ты, я хочу смотреть. Там, да, там в журнале прочитай про это зеркало. В гараже или в подвале? Я прослушала. Ну, в гараже возле этого. Надо сейчас таскать. Тихо. Вот оно. Капец, вот это я пропустила. Ого, нихера себе зеркало. А чё, оно ничего не отражает? Ну, надо выкинуть предмет и взять его в руки. Всё. Оно как это, как с... статуя. Ну, МП можешь выкинуть, у меня есть. Да, вот я так же его сюда донёс. И чё делать-то? А чё там, типа, берёшь и чё происходит? Ты возьми. Оно такое, шипит на тебя. И чё? Поговорить. Ну, оно, я думал, там какая-то рожа страшная все ближе и ближе вылазит. Нет. Короче, зачарованное зеркало. Зеркало овальной формы поможет вам найти комнату, короче, где призрак... надо с тобой. Где призрак чаще всего проводит время. Поднимите зеркало и активируйте его, чтобы приоткрыть вашим глазам завесу призрачного мира. Осторожно, созерцание потусторонней реальности быстро истощит ваш рассудок. Mm-hmm. Вот так вот. Я так. Тут что-то синее видел только. Да, а сейчас нету синего. Вы потратили заряд зеркала или чё? Почему оно больше? Больше не синее. Чё? О, а вот тут синее. А вот тут синее. Пару пива закажем. Идём дальше. Везде синее. О! А, чё? Минус два в коридоре здесь. Где? Да вот. На втором, на первом? Да нет, вот на первом. Что-то вот где лестница, часто... вы сейчас поднимались, вот тут прям вот минус 4. Минус 1,6. Вот. Тут? Да. А как его... А пар сделали, не видели. А, вот его как активировать, ёпта. Прикольно. Он, короче... Ой. Сломало. Атака, Блэд! Да? Натуре сломала. Блин. Ну, короче, она показала какой-то туалет. На втором этаже, походу. Ё-моё. Гасите свет, блять, фонари нахуй. Я выключила. Ты как вырубить-то его? Пускай меня убивает.
У меня ничего нет. Короче, нажимаешь, когда кнопку мыши, оно к тебе пододвигается и показывает комнату. Он мне показал какой-то туалет. Блин, тут толчки все похожи с одинаковой плиткой. А что, все закончилось, нет? Иди проверь. Не хочу. По-моему, нет, там что-то слышно. Я пойду посмотрю. А это зеркало не активируется? Оно тоже овальной формы. Что, еще атака? Атака? Кто-то орёт, выключите зеркало-то. Блять, еще атака. Дверь-то нихера не открыта. Да. Это не все еще, это значит. Ой-ой-ой-ой. Да. Фига, он прям мчит за мной. Он Владу убил. Да. Я это самое. Ладно, Аля. Да. Ну у тебя меньше всего рассудка была, ты в зеркало ходил. Ну, наверное. Так, ну, да. Минусовая температура. Это мимино. МП. У нас нету. А, о, рассудок заебись, работает. Чего рассудок? Ну, таблетки поймите. А, ищите его в каком-то туалете. Датчик звука где-то. Туалет. О, туалет, да. Туалет? Туалет, пишет. Был звук в туалете. Каком? Вот тут, да, вот тут, посмотри. А теперь в басурме. А, это Лёха прошёл. А это датчик движения? Там, где мы нашли кость, тот туалет. Подожди, ты может, он на Лёху реагирует? А, подожди, это тут. А теперь ничего нет. Ну, если в бафферме сейчас был, вот это второй этаж. Ну, может, он на тебя реагировал, потому что датчик движения, он не обнаружен. Не обнаружил. Типа, вот, теперь опять в бафферме. И во всех туалетах поставил. Вот, сейчас в апстейрс туалет было прям большая такая красная штука. А ты датчики звука вешаешь или что это такое? Звука, да. Вот, оно, короче, сначала показывало маленькую в туалете, потом побольше в басруме и... О, а вот сейчас в басруме красная полоска. А какой туалет, который где кость или другой? Я не знаю, где кость. Кость была направо. На втором этаже было. Да? Да. Это басрум. Басрум, перфект, ты видишь. Вот, сейчас опять в басруме показалось. Вот, он пикает в басруме. Это вы там ходите или что? Главное, чтобы не кекал. Пикать надо в туалете, а не в басруме. Басрум, короче, экран. А басрум это где кость была, да? А басрум это там, где посрался. Это животное такое. Хреново ему живется. Животному. Живется, наверное, нормально, но... А басрум. Он же не знает, как его называют. В туалете, смотри, в туалете большая красная полоса. Туалете. Есть. Призрачный огонек. Дальний толчок, где кость была, там он. Во, я же говорю, мне зеркало тот толчок показало. Призрачный огонек. Ревенант, Юрей, Ханту, Андрео. Че? Да понятно. Тебе зеркало подсказывает. Огоньки прям во все щели летают. Чьи щели? Главное, чтобы в твои не залетели. Ну, нормально. Так, Ревенант, Юрей, Ханту, Андрео. Записи в блокноте, проектор, радио. Отпечатки и радио. Давайте проигрыватель будет, проектор, лазер. Чё, давайте проигрывать? Это мы умеем. Лазерный проектор. А кто сейчас дверь закрыл? Или чё сейчас было? Я его повесил там. Может, сейчас отпечатки могут быть? Да. Тут сейчас что-то щёлкнуло. Бля, он где? Ой, светлый. А у кого фонари есть для отпечатков? Один у меня был, я умерла. Там, где я умерла, лежит мой фонарь. А, вот лежит. А, он у меня, ёптать. А, зеркало. Вот у Влада лежит. Да, я говорю, там, где я умерла. Только быстрее беги, а то там сейчас 2 минуты закончится. Но я не уверена, что там могут быть отпечатки.
Вода. Опа. Блять, а я фотик скинул, сука, Лёш. Отпечаток есть. Есть? Говно, да. Блять. Фотик нет только. Нашел так, ну, за фотик. Отпечаток. Волос, ну, он сейчас пропадет уже, хантует. Призрак мыться пошел. Дверь такой закрыл и пошел мыться. Такой, на-на-на-на-на-на, стоит. И мы тут такие, о, отпечаток, отпечаток. Давай, давай. Мне кажется, его сейчас уже нету. Он там 2 минуты же держится и все. 2 минуты-то, блядь, что, я не успею добежать? Не знаю. О, ты успел один раз. Поставили все? Я да. Ничего не едет? Не знаю. Может, Лёха в доме? А. Нет. Он и нажимал. Но не промахнулся. Не тот кот набрал. Не тот пес. 120. Чего? Бабах. Почему мимик? Чего? Это же был ханту. Он мимикрировал под эту манду. Всем пока.